Спортивна зала у невеликому мішечку, функціональні петлі, спортивне приладдя, яке можна використовувати хоч у польових умовах, хоч у себе в квартирі. Оригінальна модель – це TRX, запатентована американським військовим і коштує до 300 доларів. Вітчизняну зробив колишній учасник АТО дніпрянин Олег Чистопольцев. Її вартість – 650 гривень. Зараз виготовили першу партію 50 штук. До роботи долучили ветеранів АТО. І, власне, головне завдання – забезпечити такими компактними тренажерами військових на передовій. Их можно использовать в различных условиях. Их можно использовать как в помещениях, как в спортзалах, вы видели это на видео, как и в полевых условиях, то есть достаточно какого-то дерева, какой-то ветки, эти петли крепятся к нему и выполняется упражнение. Упражнения с этими петлями можно делать практически на все группы мышц, используя как собственный вес тела, так и дополнительные. Вот эти петли, они позволят военнослужащим поддерживать свою физическую форму на должном уровне в различных условиях.